Доброе утро, друзья! Вы смотрите «Завтрак в городе Че». Сегодня мы приготовим вкусный завтрак, такой довольно сытный, не совсем, наверное, полезный. Сегодня мы будем использовать сосиски. Сосиски – это такой продукт, который очень быстро готовится. Это палочка-выручалочка для тех, кто экономит время, особенно по утрам. Для нашего завтрака нам потребуется сосиски, картофель. Картофель не обязательно варить утром, его можно использовать после вчерашнего ужина, тот, который остался. Не все любят разогревать картофельное пюре на следующий день, поэтому можно использовать как раз-таки остатки вчерашнего ужина на завтрак, для того, чтобы не пропадали продукты. Также я буду использовать тонкий, его еще принято называть армянским, лавашом. Так, вот этот некрасивый мы спрячем. Возьмем только красивые кусочки. Завтрак должен быть красивым. Так, теперь, что мы делаем? Я разогреваю сковородку, масла не добавляю. На лаваш я выкладываю картофель. Ну, так, можно сказать, намазываю картошечку. Так, ну, довольно таким нетонким слоем, ну, конечно, и не нужно перебарщивать, всегда нужна мера, иначе наши рулеты могут не получиться. И вот так вот скручиваю рулетик. Вы можете добавить туда зелень, можете добавить туда чеснок, можете добавить туда зеленый лук, что будет тоже, кстати, очень вкусно, очень здорово. Картошка с лучком зелененьким классно сочетается, согласитесь. Но, конечно, если это завтрак, наверное, это не самая лучшая идея, хотя если, опять же, немного добавить, совсем немного, то вполне себе ничего. Теперь точно так же выкладываю сосиску. Совершенно не обязательно варить сосиски или жарить. Они приготовятся уже в сковородочке. Так. Третья порция. Ну, согласитесь, довольно сытно получается. Я думаю, что мужчины оценят данный завтрак. Кстати, такой завтрак можно взять с собой. Можно позавтракать, а потом еще взять с собой на работу и перекусить. Например, если ваш мужчина работает где-то не в офисе, а в машине, мотается по городу, устает, у него нет времени пообедать. Отличный вариант для перекуса или обеда. Так, последний рулетик. Вот так. Все, отправляем в сковородочку. Поджариваем с двух сторон и чуть-чуть прогреваем под крышечкой. Буквально 2-3 минутки с каждой стороны, и можно будет выкладывать на тарелку. Завтрак готов. Я выкладываю на тарелочку. Это маловато будет. Выкладываю на тарелку. Так. Третий. Хочется показать, что внутри. Один разрежу пополам. Блюдо можно считать готовым. Приготовьте, попробуйте. Желаю вам приятного аппетита и хорошего дня.